Всем доброе-доброе утро! Сегодня 10 мая 2022 года, и мы с нашими чихуашечками передаем вам всем большой привет с пожеланиями доброго утра, прекрасного настроения из домашнего питомника Кастропула. Все гуляют, абсолютно все наши собачки. И где-то наш мажор опять делся. Жорик, где он? Покажите мне. Вчера его кто-то не заметил на видео. Нет, все наши собачки гуляют с нами. И кому интересно, оставайтесь с нами. Мы уже позавтракали. У нас вышло очень жаркое солнышко, поэтому, как обычно, по максимуму мы будем стараться гулять подольше. Юлечка вон уже принимает солнечные ванны. Собачки получат сейчас свои любимые овощи. Что, уже ждете? Жаночка тут что-то уже пожевывает. Это наша красотулечка Юлечка принимает солнечные ванны после завтрака. Малыши бегают, а взрослые, конечно, жарятся. Тут просто... Так, это пришел Ярусик, Ярик. Это пришла Акса, Берсен, Анфиса. Проверить, что мы тут делаем. Феодосия. Сейчас пойдем к малышам. Поэтому, кому интересно, оставайтесь с нами. Малышей Купидона, Леми и Архонта я выпустила погулять с нами. Только я их не вижу вообще, где они на самом деле. Все разбрелись. Это вот так вот товарищи выпрашивают огурчики и морковку. Да. Бажена, Елисей, Лаванда, Жасмин, Рада, Анфиса слазит, Энечка, Энигма. Это наша Чекуся с нами, старушка, гуляет. И к ней вот так вот лезет и хочет забрать у нее морковку. Джоконда, девочка, которая продается. И вот к ним тоже присоединился в игру Аяс Хакан, который тоже в поисках папочек и мамочек. Так, а я пойду поищу. Так, наша Сабинушка, доброе утро, улыбнись всем хвостиком. Купидон прибежал, Жорик здесь тоже гуляет. Мажорик, а ты что здесь гуляешь? Кого вы пасете? Малыши разбегаются, которых я выпустила. Да я вот ищу, вот он, Леми. Леми, ты куда убежал, мальчик? Купидон, давайте бегать. Малыши смешные, им по 3,5 месяца, посмотрите. Куда-то девается вся шерсть длинношерстных собак. Ножки кажутся длинными, пушок в разные стороны. Пойдем, Феодосия, мажор, побежали гулять. Так, а теперь пойдем, мои золотые мальчики. Чуп-чуп-чуп-чуп, Купидон. Так, мальчишки разбежались, ну, прибегут, ладно. У нас здесь все закрыто. Так, пойдемте, кому интересно, оставайтесь с нами. Попередаем приветики. Я хотела найти Алешика. Где наш Алешик? Алешик. Угу. Захочешь, не найдешь. Так, вот он наш Алишер. Алишер, иди сюда. Иди, моя собака. Ты такие, они меняются, такие хорошенькие уже стали. Давай покажемся. Это Алишер Алеша. Передает своей мамуле Светочке большой привет. У нас все замечательно и отлично. Вот такие вот мы красивые. Давай, беги. Хочу поблагодарить Светочку за подарок, который она вчера сделала нашему питомнику. И перевела огромнячую сумму денег на вкусняшки для наших чихуахуа. Спасибо большое. Мы обязательно закажем снова вкусняшки у наших любимых поставщиков. Вот этих вот ушек, трахей. Обычно я у них и заказываю. Мы просто недавно заказали 3 килограмма. Но у нас эти 3 килограмма могли остаться надолго. Но учитывая, что у нас есть Сабина, Чика и Этуаль, то, конечно же, они летят. А как? Я выделяю, погрызть, да? Но наши любимые чихуашки любят выбегать с вкусняшками на улице. И даже малыши, они выносят вот сюда в вольер. А я потом... Ну, просматриваю, да, чтобы нигде не валялось. Ну, естественно, когда темно там, или я, бывает, не угляжу, слышу хрюм-хрюм-хрюм. Ну, и скушала Сабина там или Этуаль. Ну, ничего страшного. Вот, то есть это же полезные вкусняшки. Но к чему говорю, что чихуашка может очень долго грызть. Особенно щенки, ну, и те, что постарше, вот ушко, видите, занимается мутобор. Да, это у нас прибежала Марьяна, красотуля, которая в поисках папочек и мамочек. Вот такие мы красивые девочки со светлыми глазками.
Вот это космосовна, длинношерстная, шоколадно с белым. Вот, поэтому спасибо огромное, огромное-преогромное. Обязательно закажу. Акция как будет, ну, мне сообщают, когда они едут в Симферополь, потому что вкусняшки мы заказываем производитель в Севастополе. Я уже делилась контактами, если кому нужно. Вот, они по всему Крыму возят. Не знаю, по поводу отправляют или нет, но с ними нужно связаться. Возможно, они почтой могут отправить. Но они, их даже по телевизору показывали, прямого сушения, без каких-либо добавок, что самое главное, да, чтобы было вкусно и полезно. Всегда свежайшие и вообще просто прелесть. Мне очень понравились, хотя мы сами себе купили дегидратор, но, к сожалению, купить продукцию, чтобы засушить, тоже остается какой-то проблемой. Ну, ничего страшного, как будет, мы будем сами сушить, как не будет, так будем покупать. Поэтому вот так. Так, это наша красотка, красотка Мирабелла. Мирабелька. Бегают, прыгают, играют. Ну что, давайте пока передадим приветик. Золушка нашла какую-то травинку. Это у нас Мирончик. Мирончик и Ярик собрали уже чемоданчики. В эту пятницу они уезжают по домам. Еще через недельку от нас уедет Золушка. И еще через 2 недельки от нас уедет красавица. Вот эта красавица Минерва. И где она? Матрёша. И Матрёша. Матрёша уже, конечно, ведет себя вообще как взрослая. Такая красивая. Встала сейчас такая в стоечку. Стояла. Грозная девчонка. Это Мишутка. Мишутка в поисках папочек и мамочек. Вот этот вот длинношерстный. Яркий такой становится. Он будет красный. Он шоколадный генетический, но шоколадный лапули. Но он будет красный. Он будет как будто бы ярко-рыжий. Вот такой вот шоколад есть. Мишута в поисках папочек и мамочек. Полностью привитчипирован. Да. Так. Вот этот в зубах носит. Это наш Горюша. Мраморный призрачный мрамор. Пацан тоже продается. Так, этот вон бегает, в зубах носит травинку, черно-подпалый красавчик Шакир, тоже в поисках папочек и мамочек, и он вообще, ему уже 3,5 месяца, миник-миником, такой классный характер, тоже интересный. А это вообще кусачка, вот это вообще наглая кусачка, такая сладкая девочка, такая вообще беспроблемная. Спасибо заводчикам, тем, которые так классно воспитывают деток. Эта девочка алиментная, она переехала к нам, живет у нас меньше недели. Но это просто, знаете, ну, генетический характер тоже передается, но воспитание тоже имеет большое значение. И бесстрашная, баловная такая красавица в поисках папочек и мамочек. Вот такая красавица Марьяна Космосовна. Ну, а здесь, конечно же, как всегда, на меня прыгает и кусает меня, и такая, и ласкается. Это красавица Минерва. Это Матрешка пришла. Крошка, крошка, матрешка. Ой, я обещала взвесить, мамочка, вам их забыла. Взвешу, вот она. Легкая, ну где-то 100 кг весит. А Минька постарше, помладше, но поболее весит. Вот, но в любом случае они все не крупные. Это красавица наша Минерва. Не Минерва, а Гермиона. Меня тоже спрашивают иногда, как вы всех запоминаете? Нет, я всех их прекрасно знаю, мне не нужно их запоминать. Но выскакивают разные слова, да, имена. Напутать могу, сказавши что-нибудь не то. Так, а где мой дельфин? Вот мне интересно, все вижу. Дельфина, это мутобор. Тут что-то ищет. А где наш еще один? А, вот он. Конечно, они все вместе. Я выпустила сейчас моряка Архонта. Вот он, дельфин. Вот такие вот длинношерстные у нас сейчас на данный момент смешные. В возрасте пырзиков. Здрасте. Мальчишки вы мои. Сладульки вы мои. Вот разные, конечно, морды у них абсолютно разные. У мутобора более такая приплюснутая. И такое выражение глаз совсем другое. Совсем. Иди сюда. Иди, тебя поймаю. Иди. Мама Света вас попросила поцеловать. Тебя, мутобор, и Лешика. Лешик колбасик. А мутобор, ты мутик. Ты мутик. Это вот 2 братика. Абсолютно похожи между собой. В то же время разные. Длинношерстные, черно-подпалые. Вот этот, что сверху, дельфин. Это малыш продается. А мутобор уезжает жить в Швецию. Вот такая красота. Вот такая. Ну, ты здесь, как всегда, искорка ты моя. Тебя искорка надо назвать. У тебя в глазу искорка есть, да. Ты искристая наша.
Кусачки, кусачки. Детки, кусачки. Разошлись, разошлись. У нас такая жара. Так классно гулять. Здрасте. Скажи, кого тут, кто тут кусает, а меня тут нет. Вот такие же мои собаки красивые. Вот. Ну что? Заняты, заняты. Откуда-то травинки понабирали. Здесь бабушка им перекопала, красоту навела. А они, вон, видите, пошли, продолжают. Вот эти красавцы, все трое продаются. Тоже это наш Гарик, Гарри Поттер. Это у нас, иди сюда, хулиганка маленькая. Ой, вся в земле. Это дочь нашего чемпиона Елисея. Хулиганская девчонка. Посмотрите на эти лапы. По кличке Виолетта, в поисках папочек и мамочек. Девочка хорошая, такая стандартик. Иди сюда, поймался, бра-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 бра. Вот такой, вот, знаете, ягоза. Это Космосович, Шакир Космосович, фон Шакир, Эфес, красавец миниатюрный мальчик. Знаете, но он очень крепкий. Есть миники воздушные, он такой классный пацан. Так, ну, в любом случае, все, Мишута вон ходит, Золушка. Золушка мамули тоже передает привет. Все заняты очень, но не будем больше их трогать. Пусть гуляют. Все предложения по щенкам вы можете посмотреть на моих страничках в контактах. Екатерина Ковалева, Чухуахуа, Костропула. Находите, присоединяйтесь. У меня страница, в принципе, открыта. Стоимость щенков, вот этих, которых я показала, 100 тысяч за щенка. Тех, которых я сейчас перечислила, кроме... Сейчас мы выйдем, есть более подрощенные щенки. Там у нас есть мальчишка за 35 и девочка за 50. Все здоровые, абсолютные психически и физически. Все щенки продаются в нашем питомнике для любви и обожания, вне зависимости от их перспективности. В первую очередь семьи для любви и обожания. Вот такая вся, вот такая вот прелесть. Ну, им нравится, смотрите, тут вот раскопали. Так, а также вы можете написать мне +7 978 745 80 62, и я вам скину, какие у нас детки предлагаются. На сегодняшний день это из 9 щенков это 3 девочки, ну и, соответственно, 6 мальчиков. Все разные, короткошерстные, длинношерстные. И все щенки из нашего дома переезжают только полностью привиты, чипированы, по возрасту, по графику обработаны от гельминтов, от простейших. Это обязательные процедуры, без них я щенка не отдаю. Я считаю, что щенок должен быть полностью подготовлен. Вот. Также у нас есть доставка по России, вообще свободно. Если дальние регионы от Крыма, то до Москвы, а там вы можете в Москве забрать щенка, либо приехать сами. Ой, Миша свалился. Но все оговаривается индивидуально. Также есть доставка за границу. Учитывайте, что она дорогая. К примеру, допустим, щенка, вот мы узнавали на днях, отправить в Германию с оформлениями всех документов легально, стоит 900 евро. Вот. Но это на сегодняшний день, смотрите, было 850, было даже 750, теперь уже там меняется, да, курс меняется, поэтому, наверное, из этого тоже меняет. Вот, поэтому, если вы хотите приобрести щенка подешевле, это не к нам. Если вы хотите щенка приобрести в нашем питомнике, добро пожаловать. Давайте будем общаться, дружить, выбирайте. Единственное, мы не рожаем под заказ. Я вот, кто у нас есть, я показываю. Я не люблю, на самом деле, я хочу такую же, только с перламутровыми пуговицами. Вот все, кто есть, они есть. Одинаковых щенков не бывает. Чихуахуа — это такая порода, которая, тема нам не нравится, что она, они вот просто неповторимы. Каждый щенок, он, они могут быть чем-то похожи окрасом, но в любом случае даже два черно-подпалых щенка всегда разные. Разные морды, посажены глаза, более крупные, более мелкие, уши, хвостики, более высокие на ножках, более короткие, более миниатюрные, крепкие, стандартные. Все разные. Даже в нашем питомнике и взрослые, и щенки все разные. И все это чихуахуа. Вот. Поэтому вот это я показываю мальчика, который продается за 100 тысяч. Курносый, красавец, миниатюрный, без дефектов абсолютно, с классным характером. Все щенки наши выращены на правильном питании, воспитаны, приучены к пеленке, к горшку.
Как видите, выгулу на улице. Наши собаки не трусливые, они прекрасно общаются и между собой, и со взрослыми. Вчера я их всех вместе соединяла, они со взрослыми хорошо гуляют, общаются, что мне очень нравится. Вот сейчас там у меня бегают, я по очереди выпускаю, постепенно приучаю. Всех не могу выпустить прямо во двор, потому что все, кто за нами следит, знают, что у нас за воротами проспект, и поэтому мы очень осторожно выходим и заходим, и для их же безопасности, и чтобы я могла их там пересчитать, собрать, вот я считаю их, да, я выпустила, так я знаю, этих выпустила, этих запустила, поэтому вот так. Если вы хотите приобрести щенка подешевле, еще раз повторюсь, это не к нам в питомник. Если вам дорого платить за доставку, это не к нам в питомник. Ну, на воздушных шариках вам щенок не доедет. Понятное дело, что за услуги нужно платить, либо платить за билеты и приезжайте сами. Вот. Я считаю, что в щенка нужно влюбиться. Если вы влюбились в какого-то из наших щеночков, пожалуйста, давайте обсуждать. По поводу... Дорого-дешево, это условно, кому-то дорого, кому-то дешево. Дорого, я считаю, что мне бы не хотелось, чтобы щенок жил в трудных условиях, да, поэтому я стараюсь искать владельцев для своих щенков только финансово независимых. Хотя на самом деле, может, тысячу раз и каждый раз об этом говорить я не хочу, обсуждали, можно пойти и купить что-то попроще. Вот, но независимо от этого нужно учитывать, что ветеринарное обслуживание, содержание, вне зависимости от породы, пусть это будет дворовая собака, дворняжечка, да, беспородная, либо это породная собака, конечно, это стоит все дорого. Вот, поэтому это нужно учитывать и не думать, что вот я открыла холодильник, у меня что-нибудь дома есть, и чем-нибудь я покормлю. Исключено. Собаки кушают сырое мясо с овощами свежими. На сегодняшний день морковь у нас по 75 рублей. Мы берем по 10 килограммов за раз и просто бесконечно ее нарезаем. Собаки кушают, потому что я хочу, чтобы они, во-первых, были заняты. Вот, допустим, килограмм вот таких вкусняшек может стоить от 1500 до 2000 за килограмм. Корень бычий, он вообще 3500 за килограмм. Это все очень дорого. Мясо, сами понимаете, сколько стоит. Что вам буду рассказывать? Кашами мы собак не кормим. Да, я кормлю смешанно кормами. Корм, килограмм корма тоже стоит от 800 рублей за килограмм. Вот, так что все считайте, учитывайте. Лежаночки, амуниция, ошейник от блох и клещей, которыми мы пользуемся, стоит от 3500. А также мисочки, лежаночки и тому подобное. Это я вам не про себя рассказываю, это я рассказываю, какие затраты понесете вы, да, чтобы можно было собаку содержать. А также есть расчесочки, триммеры. Приобретая собаку в нашем питомнике полностью привитую, вы не будете заботиться о их прививках целый год, то есть следующая вакцинация либо в год, либо через год, в зависимости от вакцины. Поэтому здесь тоже уже такой есть плюсик, да, оформлены, естественно, правильно ветеринарные документы. И помимо, если щенок по положению организации обязан иметь, он имеет клеймо в паху, но в любом случае все наши щенки с документами породистые, здоровые, что самое главное, я считаю. Вот, ну что, тут мне кто-то пробивается позвонить. Сейчас будем заканчивать это видео наше. Вот так вот мы вынесли вчера, перестановку сделали в наших вольерах. И вот у нас вот так вот собачки любят. Давайте покажу. Попрыгать, попачкать утром роста. Так, что у нас получилось здесь? Мы же вынесли, да, потому что я люблю. Получилось вот так у нас. Пеленочка, лежаночка. Вот тут у нас еще один лежак такой, да. Вот так вот, вот так мы живем. Кто не знает, кто знает, смотрите. В каждой вольере у нас есть видеокамера, и на улице тоже. Вот, ну это будка для нашей Сабины, иногда она в ней тут бывает, потому что это вольер. Ну и вот такой у нас еще приехал угловой диванчик, на который они вчера напали, стали грызть. Не знаю, загромоздила, наверное, комнату, но сестра выкидывала, мы забрали. Не, он хороший, от дивана можно будет сидеть удобно. Так, ну что у нас тут? Корм еще недоеденный, всякие наши клеточки, загородочки. Вот, это наши награды. Кстати, я повесила сюда, поставила кубок новый, который мы получили на выставке собак.
повесила сюда тоже чемпионские наши. Вот, медальку, в общем, добавила вот в эту кучу медалек. Вот так вот. Хотелось бы их, наверное, повесить надо будет. Но они пыль собирают. Ну, такой вот у нас победитель. Вот, ну что, вот столько вкусняшек убираю, когда вот так все каждое утро складываю. Водичка обязательно, да. Полы у нас здесь теплые, уютные. Смотрю, погода начинает портиться. Ну, очень тепло. Может быть, и пойдет дождик. На этом я буду заканчивать это видео. Всем нужно. Вот здесь у меня уголок для уборки, водичка. Так, ребята, вылазим. Смотрите, смотрите. Ах ты моя золотая. Так, заходи, Лёмик хочет зайти. Заходи, Лёмик. Так, где там Купидон? Мне надо... Фанта, нет, Фанта я тебя не пущу. Там стоит... Почему не пускаю? Потому что там стоит миска с едой. Алёшик, мамуле привет. Так, напали на вот этого мальчика, которого я забыла показать. Так, нельзя, Ярик. Он тоже продается. Что, завалили пацаны? Завалили пацаны девчонки. Моряк Архонт, миниатюрный мальчик, полностью привит, чипированный, готов к переезду. Класснючий, очень-очень классный мальчик. Дося, Феодосия, вот его мама бегает. Красавица, Лавушка. Так, а где наша Джоконда? Джоконда сегодня шкодная опять с этой игрушкой. Я не могу на нее. И закапала в траве. Джоконда. Вот она, наша Джоконда, которая продается за 50 тысяч. Красуля. И... А где хулиган наш? Вот он. И вот он наш кабачок. Кабачок. Ложи животик погладим. Иди сюда. Ложитесь, пожалуйста. Вот такой. Скажи, мне нужна мамочка, чтобы она вот так вот меня ложила. И вот так вот меня гладила. Гладила. Все, беги. Всем пока. С уважением, я Екатерина.